Вы на канале Киевский метрополитен, и сегодня речь пойдет про станцию метро Шулявская, или же завод Большевик, как она называлась ранее. Станция Шулявская, 7-я станция Киевского метро, расположена на Святошинско-Броварской линии. Была открыта 5 ноября 1963 года под названием завод Большевик. 2 февраля 1993 года называется Шулявской. Станция пилонная, глубокого сложения, есть 3 зала, средний и 2 с платформами. Залы соединены рядом проходных порталов, чередуясь с пилонами. Сами же пилоны обложены керамической разноцветной плиткой. В торце зала расположено художественное панно из плитки и смальты, изображающее рабочих на фоне завода с атомом в руке, символом мира. Большое спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на канал Киевский метрополитен. Всем пока!